Всем привет! С вами Светлана. Погодка супер, просто прелесть. И я сегодня все свои эпифилумы, которые вот оставались в подвале, я все уже вынесла. Мне муж помогал. И все поставили здесь. Сейчас все покажу и расскажу, что буду делать с ними. И вообще покажу внешний вид, как они выглядят. Все как есть, всю правду расскажу. Ну что ж, поехали. А помогать мне в этом будет мой Диего. Ну что ж, вот так вот. Смотрите, мои эпифилумы вот так выглядят. Значит, я их не поливала с конца сентября. Я не могу сказать, что они хило выглядят. Нет. Смотрите, тут семена у меня. Ну, мне они не надо, просто я не обламывала. Вот там еще есть, и здесь вот такой вот. В принципе, можно так и оставить для красоты. Вот так вот выглядят, смотрите. У нас солнышко, не знаю, хорошо показывает, передает камера. И вот сразу что? Вынесла эпифилумы. Сейчас я их опрыскаю. Произведу обрезку. И уже найду местечко в своей теплице, чтобы спрятать от холода. Видите, они все в паутине. Это я сейчас все уберу. Вот, ну вы видите, они не политы были с конца, значит, сентября. Ничего сложного, все хорошо. Вот еще у меня, видите, уже листики такие несчастные. Это этот декабрист. Вот он как цвел, так все и пооставалось. Смотрите, ничего не убиралось. Сейчас я тут все повынимаю, что у него. Подсыплю сюда земельки. И просто полью, и все. И он придет в чувство, все у него будет хорошо. Вот здесь вот, которые вот такие вот, это все я ножничками почикаю, и все будет нормально. Так, тут что? Все это уберется. Так, здесь у меня розовый. Вот, видите, несколько листьев усохли. Я это все, опять же, уберу. Все прекрасно. Если у вас на эпифилумах такой вот грибок, я не обращаю на это внимания. Если вам не нравятся такие листья на ваших растениях, вы можете удалить. Но вот здесь почки пошли. И со всей вероятностью, что в этом сезоне этот лист процветет. А вот когда он уже процветет, вы потом можете удалить его, если вам не понравится такой вот вид. Но я на это не обращаю внимания. Вот эти вот листья у меня, опять же, в этом сезоне процветут. Ветерок начался. Ну, вот это все я пообрезаю. Так, девчонки, кто хотел купить эпифилумы, пожалуйста, пишите. Вот, видите, вот этот ярко-желтый, вот тут что-то вот. Это все я обрежу. Просто даже вот с листком всю эту ерунду. Тут смотрите, какие сочные листья. А вот обломался лист. Это желтый. Но он хороший. На укоренение я его поставлю, и он укоренится. Вот этот вот. Да шикарно просто выглядит после зимы. Немножечко даже. Вот видите, немножко. Капельку. Это даже можно не удалять после зимовки. Вот опять плоды. И здесь у меня еще есть несколько растений, которые меня просили, чтобы я из листочка вырастила растения. Вот один, два, там и вот здесь вот. Это я вырастила растения. И тоже девочки возьмут у меня их. Ну вот такие дела, друзья. В принципе, мне работа предстоит сейчас. Сейчас уже полпятого вечера. У меня не было такого особо времени с утра, чем все это делать. Я только после обеда занялась. Сейчас я все это быстренько обрежу и в теплицу. Вот здесь вот все поподметаю, поподвигаю. А, в общем, работы много, но ничего. Я часа за два управлюсь. Вот такая красота у меня вдалеке. Покажу вам тоже. Здесь все. Купила сегодня червей. Сейчас покажу вам. Немножко отвлекусь. Вот такие черви. Не знаю, у вас продают их для птичек. Корм для птиц. Такие классные черви. Они, мои птицы, едят с удовольствием. И вот еще вот такие вот штучки купила. Кнодель.
кнёдель на деревья вешать. Вот такое вот. Так, немножко отвлеклась, да? Сейчас пройдем, покажу вам, где у меня уже стоят эпифиломы. Вот здесь вот. Здесь вот. Это мои новые. Девочки, мальчики, кому надо. Мальчикам, вероятно, не надо. Девочки по Германии, возможно, кому-то надо. Ближайшие страны заказывайте. Неукорененные черенки по 3 евро. Укорененные по 5. Так, ну и, конечно, вот еще. Покажу опять красоту. И мы на этом закончим наше видео. Коротенькое. Я буквально просто показать растения, которые уже вынесла из подвала. Ну, смотрите, третьи сутки. Вы представляете? Смотрите, какое горло. Это просто слов нет. Шикарный. Красавец. Бесподобный. Всем желаю удачи. До свидания.